24 августа художественная галерея приглашает на всероссийскую акцию «Ночь кино». Саровчане смогут абсолютно бесплатно посмотреть три отечественные киноновинки. В 12:00 состоится показ сказки «По щучьему веленью» для зрителей старше 6 лет. В 17:10 покажут фантастический фильм «100 лет тому вперед» по мотивам одноименной повести Кира Булычева. Возрастное ограничение 6+. А в 19:45 зрители смогут увидеть военно-историческую драму «Воздух» для лиц старше 16 лет. В выходные парк культуры и отдыха имени Зернова приглашает горожан покататься на аттракционах. 24 августа в 11 часов на танцплощадке пройдет традиционное мероприятие от Саровской городской организации ветеранов «Дары осени. Праздник души», где участники представят саровчанам продукцию, выращенную на своих огородах. Событие включает в себя выступления артистов, чаепитие и игровую программу для детей без возрастных ограничений. В 19 часов в рамках музыкальной субботы на набережной парка пройдут концерты групп «Бесполезно» и «Заживо сгорел» без возрастных ограничений. В 20:00 на танцевальной площадке также пройдет «Ночь кино». В воскресенье парк наполнится ароматами шашлыка, свежей выпечки, музыкой и атмосферой праздника. С 14 часов там пройдет гастрономический фестиваль «Вкусно-фест» без возрастных ограничений. Музей народной игрушки приглашает саровчан познакомиться с предметами народных промыслов и игрушками в экспозиции «Нижегородский край. Земля талантов». В учреждении также представлена выставка «Радость творчества» семьи Ведяковых. В рамках проекта «Все начинается с семьи» без возрастных ограничений. 24 августа Федерация технических видов спорта проведет соревнования по мото-джимхане. Участники продемонстрируют свою маневренность и скорость на парковке «Элфина» против здания по адресу Южное шоссе, дом 9. Старт в 12:30. Возрастное ограничение 6+. В субботу и воскресенье на базе клуба здоровья Центра внешкольной работы пройдет открытый городской чемпионат по дартсу без возрастных ограничений. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать своим друзьям и знакомым, как здорово вы отдохнули в выходные.